Минимализм. Картина Пикассо. Да. Пишем первый. Как его зовут? Ира. Ира. До сих пор. Это все, что ты показала? Да. Это же минимализм. А, ладно. Второй жест. Все заметили? Нет. Нет. Я еще не делала. Можно так же? Это второе? То же самое, это первое. Это минимализм номер два. Да. Пишем минимализм номер два. Это то, что осталось от того первого. Ну, третий давай. Жди, пока все напишут. Да, у тебя. Это тебя? Это без тебя? Это да, у меня. Ульяна. Это жест, это ты. Ой, вот, давайте по-другому. Ну, ты бы сразу сказала. Пишем чел. Четвертый. Давайте Ульяна. Да, одним словом Ульяна. Это лишь Ульяна. Когда к ней приехала Лиза. И споткнулась, она выходит. Четвертый. Мне стыдно за всех здесь сидящих. Нет, тогда... Мне по горло все сидящие тут. По горло. Я такая... Я в тубзик. Короче, в тубзике. Но если серьезно, то я не знаю. Может, это будет минимализм по горлу номер три. Нормально! Меня следующее удивляет. Давай. Ну, я вообще не понимаю. Так, тихо. Как будто бы тебя кто-то понимает. Я понимаю. Ну, кроме тебя. Вечеринка. Я имею в виду нормальных. А я понимаю. Маракасы! Бухло! Сейчас, у меня это стерится. Давай, Серёна, так. Первая бутылка, вот свечи. Только рюмковки на столе. Тихо. Свечи. Тихо. Свечи. Поймали. Тихо. Так, сейчас. Тихо, Антон. Второе. Все поняли. Так, второе. Это было... У тебя было все пять? Ира, Ира. Ира, у тебя все пять было или еще есть? Нет, у меня еще. Давай, ждем пока. Ой, ну что-то непонятно. Маленький минимализм. Всем ясно. Так, ждем. Понятно. Хоть что-то понятно. Да. Нет, это шестой или пятый? Да, шестой. Раз, два, три, четыре, пять. Хоть что-то не минимализм. Нет, там еще есть. Нет, там все равно был минимализм. Все заметили, что показала Ира? А должна называть, ведь меня сказали называть. Ну ты... А, ты шестой! Следующий номер! На некоторые, может, а то все записывают, а она показывает. Вот именно, там сейчас. Значит, невнимательные вы, значит. Нет, это значит, что она, блин. Слушайте, можно я уже сразу последняя? Записывают. Что, это последняя была? Да, нет! Да. Покажи уже последнюю. Так, последний какой? Ира. Я запутался уже. Что последний будет? Нет, это последний. Ой, блин. Ир, чётче, последний какой? Крыша течет. Нет, Блин, я уже показала. Так, предпоследний какой? Все поняли? Последний уже покажи. Вы записали. Уже это был последний, Ульяна. Последний. Не скандаль. Покажи еще. Покажи, пожалуйста, еще раз. Это был предпоследний, еще один остался. Я запутался. Это тоже. Да. Сколько у тебя номеров? Дына, посчитай. Меньше 20. Да, и читай. Не то, что Ульяна. Я, конечно, извиняюсь, но в пятом это классе. Спина должна быть прямой. Она сказала, наверное, 8. Обычно вы говорили, что умным дает много. Что ты? Я как-то не умею.
подождите, не сбивайте. Так, Женя, у тебя сколько записано? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь вполне достаточно. Итак, переводим. Переводим Ирину. Переводит Женя. Давайте. Первый. Только без ора. Это будет только восьмое. Мы уже сокращаем. Ира, у нас мы сокращаем уже, правда, уже непонятно. Итак, только без ора. Тише, тихо. Женя показывает. Бутылка водки. Только. Рюмка водки на столе. Так, это первое. Минимализм первое. Второе. Только. Нет, минимализм. Рюмка водки на столе. Так, следующее. Слушай, это второй? Это второй же? Да. Так, третье. Первое чуть-чуть, второе немного. Так, сейчас. Третье. Похмелье. Бешеный. Четвертое. Стыдно. Третье. Ненормальный. Четвертое, сыта по горло. А мне показалось, что ну нафиг. Мне показалось, что типа мне стыдно, и все так низкие. Лунатик. Ты показала сыта по голову, а не по горло. Да. Ну да. Вот по горло. Вообще-то да. А это с по голову. Пощеный. Это рыба. Хорошо, Женя, а дальше? Дальше. Сыта по горло, потом тюрьма. Нет, так. Ну я подумала, так, что это тюрьма, тише. Но потом подумала, что это лунатик. Тише. Мне надо сказать. Тише, тише, Ир, да, ждем, да. Женю. Подожди, я ему показала тюрьму. Зачем? Наконец-таки поспал. А, шикарно ты показала. Приговоры. Ясно, и понятно. И последние зеленые человечки. Да. Это параллельная, в общем, история пошла. Потом лунатик, потом нужен сон, потом свали. Выпил, украл, сел в тюрьму. Вот такая вот история получилась. Антон, если я скажу, что я думаю на самом деле про тебя, боюсь, тебе тоже будет неприятно. Поэтому свои умственные способности я бы не стал переоценивать. Она показывает так, как показывает любая женщина. Ничего не понятно. Сама тупая. Так, если мы будем соревноваться в конкурсе по тупости, я боюсь, здесь мест будет много призерных. Итак.